Театральный Богдан. Богдан. Бартан. Богдан, давай. Как этого зовут, который такой скандальный режиссер? Я не буду сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ого. Это Редко ТВ. Что вы тут? Кто вы? Я Сергей Николаев. Николаевна. Кузьмина, запишите, Кузьмина. Записано. А Кузьмина — это ваша девичья фамилия или... Погонял. Что здесь сейчас? Вы засняли? Да, засняли. А что здесь происходит и какую роль вы играете? Значит, я непосредственно отношусь к театру, непосредственно, запишите. Записали. Главным образом. И сегодня мы выступаем, мы рвем всех. Давайте я проведу вас нашу гримерку. Как мы можем заметить, здесь непосредственно происходит хо-хо, вот что происходит. Визаж здесь происходит. Здесь у нас есть еще режиссер Гаврилова, непосредственно. Непосредственно, которая имеет отношение к этому всему. Хо-хо. Что ты и в рот съешь? Жуть! Что вы думаете по этому поводу? Позвольте пройти на балкон. На балкон. Может быть, может. Быть может, это один уголок. Мы отошли. Люди театра, одни эмоции. Одни эмоции. Да. Матюк. Давайте возьмем интервью у одного из самых колоритных представителей нашей группировки. Хэмочка. Я еще живой. Здрасте. Как вы готовились к этому выступлению? Скажи на корейском. А ты манёшь? Это значит, нас послали всех в жопу. Давайте. И видите, что мы еще нашли в этой труппе интересно? Как вы думаете? Чье же это? Давайте узнавать. Давайте подозреваем. Мы нашли подозреваемого. А что Гена? Это ваше? Нет. Я не знаю. Неужели это ее? Нету. Это ваше? Как нет, Чарльз? Книжку найдите, книжку. Мы не нашли. Мне кажется, я нашел. Говнецо бумаги. Мне кажется, я знаю, чье это. Сейчас по... Да, примерю сейчас. Попал. Нет. Ваши именно попросите. Горячо, теплее. Вот так вот. Посмотри. Не, закрой глаза. Ну просто пиздец. Гриня пиздоса. Да. Давайте как-нибудь завершим это. Пудра. А может... Да твою! Пудра, блядь. В общем, мы поняли. В этом весь наш театральный фестиваль. Всего доброго. Всем хо-хо.